решение купить новострой. Доверять, не доверять застройщику, покупать с котлована или уже в сданном доме, и есть ли гарантии того, что дом достроится. В новой передаче «Разберемся вместе» мы с вами найдем ответы на самые интересующие вас вопросы в открытом диалоге с застройщиками. Вашим адвокатом перед застройщиком буду я, Кристина Ведоменко. Сегодня первый выпуск, и у нас в гостях Ольга Котельник, руководитель отдела продаж жилого комплекса «Новые Черемушки». Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Вы знаете, многие одесситы хорошо знают историю этого комплекса, но не все понимают, как обстоят дела на сегодняшний день. Давайте разберемся вместе. Жилой комплекс «Новые Черемушки» начал свое строительство еще более 10 лет назад. Вы, как компания «Одесстрой», зашли на эту стройку в четвертом квартале 2018 года. Скажите, почему вы взяли этот долгострой? Ну, прежде всего, Кристина, я хочу вам сказать о том, что строительная компания «Одесстрой» работает на рынке уже более 50 лет. Мы имеем колоссальный опыт достраивания различных жилых комплексов. Вот так и «Новые Черемушки», данный жилой комплекс, мы взялись достраивать и зашли на стройку в конце 2018 года. Достраивать мы начали только по просьбе инвесторов и руководства города. За небольшой промежуток времени, с конца 2018 года по сегодняшний день, мы сделали уже достаточно много. Отлично. Ольга, расскажите, в каком состоянии вы взяли комплекс и что, возможно, вам пришлось переделать уже на сегодняшний день? Ну, смотрите, дело не в том, как мы взяли этот комплекс, в каком состоянии. А дело в том, с чем нам пришлось столкнуться. Ну, во-первых, жилой комплекс «Новые Черемушки» – это семисекционный дом. Было построено всего лишь две секции. Далее, на территории 6-7 секции находилось кафе «Сказка». И нам нужно было решить вопрос о сносе данного кафе, чтобы продолжать строительство этого комплекса. Этот вопрос мы решили. Сейчас на территории уже нет? Нет, сейчас на территории кафе «Сказки» уже нет. Далее, нужно было решить проблему с переносом коммуникации и теплотрассы. Далее, мы по крупицам восстанавливали проектную документацию, потому что она в связи с временем прошедшим была частично утеряна. Мы тоже справились с этим вопросом. Ну и самый главный вопрос – это финансирование, недостаточное финансирование и плохая репутация долгостроя. Но с этим вопросом мы тоже справляемся на данный момент. Действительно, было очень много сложностей. Скажите, в последние годы многие строительные компании практикуют строительство разных планировок. Mm-hmm. От смарт-квартир в 20 квадратных метров до однокомнатных квартир в 80 квадратных метров. Mm-hmm. А какие планировки у вас? Жилой комплекс «Новые Черемушки» мы позиционируем как практически семейный комплекс. Это семисекционный 12-этажный дом с крышной котельной. У нас очень комфортные, удобные планировки. Присутствуют 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, подземный паркинг, коммерческие помещения, двор будет благоустроен, будут детские игровые площадки, зоны отдыха. Территория жилого комплекса будет ограждена. Это будет самый лучший комплекс на Черемушках. Замечательно. У меня есть к вам еще один очень такой важный, немножко острый вопрос. На одесских форумах часто пишут о том, что в жилом комплексе «Новые Черемушки» была проблема с подведением коммуникации, свет, теплотрасса. Скажите, как на сегодняшний день обстоят дела? Да, хороший вопрос. На сегодняшний день вопрос о переносе теплотрассы решен. На данный момент конкретно работает строительная организация, которая работает генподрядчик, который занимается переносом теплотрассы. Также перенесены, после того, как будет перенос теплотрассы, будут перенесены все коммуникации, все в порядке. И со светом уже? Со светом этот вопрос тоже будет. Собственная подстанция. Городские власти решили этот вопрос вместе с нами. Я очень рада. Я думаю, инвестора вместе с нами радуются этой новости. Скажите, что еще осталось вам сделать?
Ну, на данном этапе ведутся внутренние работы в первой, второй секции. Третья и четвертая секция – это возведение монолитного каркаса. В пятой секции – обустройство свайного поля. Шестая секция и седьмая секция – роется котлован. Многие строительные компании в погоне за темпами строительства качество оставляют на второй план. Скажите, как строите вы? Ну, мы строим уже более 50 лет, и, естественно, мы научились уже строить достаточно качественно. Но если серьезно, то наша строительная компания придерживается всех строительных норм, которые предусмотрены законодательством. И если у нас кирпич, то он красный, если бетон, то он качественный. Ну, а внешние стены обеспечивают тепло- и шумоизоляцию. И самый главный вопрос интересующих инвесторов – когда дом будет введен в эксплуатацию и как вы планируете его сдавать, полностью целиком или посекционно? Учитывая опыт свой и опыт предыдущих различных застройщиков, мы планируем сдавать жилой комплекс Новочеремушки посекционно. Первые три секции будут сданы во втором полугодии 2020 года. Отличная новость. Еще очень интересно, вы знаете, многие строительные компании в гонке за клиентом часто придумывают новые акции, спецпредложения. Как привлекаете клиентов вы? Ну, конечно же, у нас тоже бывают акции. Вот. Но самое главное, что к нашим потенциальным инвесторам мы подходим индивидуально. То есть каждому инвестору свой индивидуальный подход. Еще хотелось бы узнать, какие у вас планы на будущее. Ведь вы берете не только достраивать существующие стройки, но у вас есть свои новые проекты. Да, конечно, у нас в планах есть строительство новых жилых комплексов в Приморском районе, в Малиновском районе и в Суворовском. В частности, мы начинаем строительство 4 домов по улице Прохоровской. Это будут классные малоквартирные невысокие дома 7-12-этажные. Со своей инфраструктурой комплекс будет чем-то похож на комплекс Новой Черемушки, а именно тем, что он будет находиться внутри квартала, что обеспечивает обесшумленность, спокойное и радостное проживание. Замечательно. Я желаю вам успешной реализации всех этих проектов. Спасибо большое, что пригласили, что устраиваете такие встречи. Наша строительная компания, мы всегда открыты к диалогу. Нам очень есть о чем рассказать, о наших планах, о наших перспективах. Приходите к нам на строительные объекты, интересуйтесь, спрашивайте, покупайте и становитесь инвесторами различных жилых комплексов, тех, которые строят наша организация «Одесстрой». А «Лидер Фэмили», спасибо большое за предоставленную возможность побольше рассказать о нашей строительной компании и в данном случае о жилом комплексе, который строится «Новые Черемушки». Спасибо. Благодарю вас, Ольга, за такой откровенный диалог. Надеюсь, вам, зрители, все стало ясно и понятно. Если вам было интересно, подписывайтесь на наш YouTube-канал, комментируйте, пишите, какие вопросы вы хотели бы, чтобы мы задали в следующих передачах напрямую застройщикам. Мы знаем о недвижимости все и даже больше. Всегда с вами, ваша Лидер Фэмили.